Всем еще раз доброе утро. Сегодня у нас явно не съемочный день. В Москве пурга. Но папа решил подойти к дому. Все-таки запечатлить вот эту морду, занесенную снегом. Вот он. Вот такой вот у нас снег. Вот так нас припорошило. Ну-ка покажись. Покажись людям. Покажись. Не стесняйся. Что теперь делать, раз в Москве такая погода весенняя? Вот такой вот тоже. Мы стоим перед подъездом, где мы обычно наводим прически. Но папа сейчас не рискнет наводить прически, потому что очень колючий, жуткий ветер. Мы как-нибудь расчешемся дома, да? Это ж. Ну, всем хорошего настроения. Хорошей погоды. Всем пока. Сегодня 13 марта 2021 года. Мы пошли домой.